Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале, и в этом видео мы с вами поговорим про фавориты этого апреля. Все те вещи, которые особенно понравились и запомнились мне в прошедшем месяце. Ну и начнем мы с книги. Книга называется «Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни», и ее автор Леонард Млодинов. Леонард Млодинов — это ученый, физик и, кроме того, популяризатор науки, довольно популярный, так скажем, сейчас ученый, и можно очень много видео найти с ним на YouTube, также он выступал над TED Talks и, ну, вообще такая действительно популярная фигура из мира науки. Когда Леонард Млодинов был еще совсем молод, он попал в Калифорнийский технологический институт на должность научного сотрудника. И, в общем-то, его должность, ну, была такая очень низкая. Но, тем не менее, ему очень сильно повезло, и его кабинет находился рядом с кабинетом легендарного Ричарда Фейнмана. Это легендарный физик и, кроме того, лауреат Нобелевской премии по физике. Я вам уже рассказывала про него, по-моему, в своих ноябрьских фаворитах, когда рассказывала вам про его книгу, которая называется «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман». Кроме того, что на тот момент Ричард Фейнман уже был Нобелевским лауреатом, одним из создателей квантовой электродинамики, он также был известен как очень неординарный и остроумный человек. И Леонард Млодинов, на тот момент молодой ученый, захотел обратиться к нему за советом, как вообще жить в мире науки, как молодому ученому, который очень хочет совершить какое-то важное открытие, но оно никак не приходит на ум, как ему с этим справиться, как все-таки настроить себя на то, чтобы совершить какое-то открытие. И да, у него получилось, он познакомился с самим Ричардом Фейнманом, и их беседы он записывал от руки либо на диктофон. Книга, безусловно, художественная, об этом пишет сам Леонард Млодинов в предисловии, но она, тем не менее, основана на тех фактических разговорах, которые эти двое ученых вели между собой, и, в общем-то, она позволяет понять взгляд Ричарда Фейнмана на науку, а как я уже сказала, кстати, кто читал его книгу «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман», поймут, о чем я, что он был невероятно интересным, невероятно остроумным человеком, и эту книгу просто приятно интересно прочитать всем тем, кто интересуется наукой и всем тем, кто интересуется физикой. Кроме того, их разговоры также касались просто жизни, и поэтому эта книга — это отличная возможность взглянуть на жизнь глазами ученого-физика. Ну и давайте перейдем к следующему фавориту. Следующий фаворит — это просто фаворит всех фаворитов, и я в полном восторге от этого. Это подкаст. Подкаст, который называется «Добро пожаловать в Night Vale». И в оригинале он называется «Welcome to Night Vale». К сожалению, этот подкаст на английском языке, но несколько серий переведены и озвучены на русский язык. Также есть перевод в текстовой версии. Также есть подкаст англоязычный с русскими субтитрами. То есть, если даже вы, например, не очень хорошо понимаете английский язык, вы можете наслаждаться с русскими субтитрами или через перевод письменный. Ну так вот, подкаст этот был придуман в 2013 году. Первоначально, насколько я знаю, он появился на iTunes и сразу заработал просто огромную популярность. Night Vale — это маленький городок, затерянный где-то в пустыне на юго-западе США. И подкасты выходили два раза в месяц, 1 и 15 числа, и представляли собой якобы выпуск новостей из этого маленького города. Чем же интересен Night Vale? Это не просто обычный городок, который затерян где-то посреди иссушающей пустыни. Это город, где постоянно происходят разные мистические события, разные необъяснимые события. Сами новости представляют собой полную сборную солянку из различных просто фантастических явлений, таких как появление огромного светящегося облака, которое сбрасывает маленьких животных на жителей города и позже входит в школьный совет, либо, например, появление банды бродячих собак и либертарианцев, которые рисуют прекрасные граффити, или, например, строительство подъемного моста, тогда как город находится в пустыне, и ни реки, ни болота, ни побережья там нет, и так далее. И все это подано с таким замечательным юмором. Конечно же, не всем, я думаю, он понравится, потому что он очень специфический и очень-очень черный. Но, тем не менее, те, кому нравится вообще вот эта эстетика забавных ужастиков, те, кому понравился мультфильм Gravity Falls, хотя, безусловно, Night Vale — это намного более взрослая тема, тем очень понравится этот подкаст. И, как я узнала про этот подкаст, дело в том, что вышла книга «Добро пожаловать в Night Vale», она уже вышла на русском языке, и я просто мечтаю уже, когда я наконец смогу ее прочитать. Насколько я знаю, эта книга — это отдельный роман, написанный как раз по
мотивом вот этого подкаста. Ну, кстати, написали его, как я поняла, сами авторы этого подкаста. Кстати, что интересно, как и в любом выпуске новостей, в этом подкасте присутствует прогноз погоды, однако вместо прогноза погоды мы слышим песни, причем каждый раз новые и всегда совершенно безумные. В общем-то, этот подкаст — это совмещение такого саспенса с черным юмором, и я просто в восторге. Я буквально зависла на нем и постоянно его слушаю. Надеюсь, что вам он тоже понравится. Ну и после книг и подкастов давайте переметнемся к косметическим фаворитам. И косметический фаворит этого месяца — это палетка Wet n Wild в оттенке Comfort Zone. У нас в этом году в аптеке Boots появилась вот эта палетка, и вообще появился стенд Wet n Wild. И сколько раз я слышала об этой косметике, поэтому я не могла не попробовать, купила себе несколько средств. В общем, эта палетка стала моей любимой, и мне действительно она очень понравилась. Вообще, Wet n Wild известна тем, что это компания, которая производит очень качественную косметику и продает ее по очень-очень дешевым ценам. Ну, что я могу сказать по поводу этой палетки? В ней 8 цветов. Тени, кстати, по заявлению производителя, обогащены маслом макадами. Я склонна вообще-то в это верить, потому что они очень-очень мягкие, такие кремовые, шелковистые. Кроме того, они безумно пигментированные. Пигментация просто какая-то сумасшедшая. Прекрасно тушуются, прекрасно ложатся, очень красиво смотрятся на веках, но есть у этой палетки еще и несколько минусов. Перво-наперво мы видим здесь 8 цветов, 4 цвета коричневых оттенков и 4 цвета зеленых оттенков. К сожалению, здесь нет ни одного матового оттенка, что, конечно, для меня вообще-то является минусом. Второй минус в том, что некоторые цвета при нанесении немножко осыпаются, хотя сами тени во время носки не осыпаются и держатся очень хорошо, но вот при нанесении с некоторыми оттенками, конкретно у меня была проблема вот с этим темно-зеленым, с этим темно-коричневым, и с вот этим оттенком хамелеоном, который отдает то в какую-то голубизну, такой, наверное, бирюзовый цвет, то даже, наверное, в фиолетовый или бордовый. Тоже немножечко он осыпался. Что касается остальных оттенков, все в порядке. Мне особенно понравился вот этот серо-бежевый оттенок, который тоже, на мой взгляд, немножко играет такими зеленым каким-то отливом. Какие еще минусы этой палетки? Самый главный минус — это, конечно же, упаковка, потому что упаковка из очень тонкого пластика. Ну, как я уже сказала, компания производит бюджетную косметику и, соответственно, на упаковках очень сильно экономит. И мало того, что она маркая, она еще к тому же очень-очень ненадежная. И если она упадет, то я даже не сомневаюсь, что все просто разобьется в дребезги. В общем-то, это такие небольшие минусы этой палетки, но что касается подборки цветов, что касается качества самих теней, они просто обалденные. Еще, кстати, я попробовала несколько помад от Wet n Wild, и еще у меня есть одна маленькая палетка теней, но, наверное, я вам покажу их попозже в каком-нибудь косметическом ролике, потому что они не вошли в топ моих фаворитов, и у меня есть к ним некоторые претензии, о которых будет логичнее поговорить в каком-то отдельном ролике. Ну и последний мой фаворит на этот месяц — это канал на YouTube. Я замечаю, кстати, что у меня буквально во всех последних роликах фаворитов есть какие-то каналы, и мне кажется, это правильно, это здорово, потому что, ну, мне очень хочется поделиться с вами своими любимыми каналами. Ну так вот, этот канал называется «Джон и Ева», и, может быть, некоторые из вас уже его знают. Это двое ребят, которые путешествуют в кругосветном путешествии. И Джон, он канадец, но он прекрасно говорит по-русски, и когда я увидела их видео первый раз, наверное, этой осенью, я сначала не поняла, в чем тут дело, потому что я услышала, что у него есть какой-то акцент, но он настолько хорошо говорил по-русски, что я действительно не сразу сообразила, что русский — это не его родной язык. И Ева — это девушка из Москвы, они семейная пара, они женаты, и вот они путешествуют вокруг света. Чем мне больше всего понравился их канал, это тем, что они очень положительные и очень позитивные. Мне на самом деле даже сложно представить, как в таком длительном и тяжелом путешествии можно постоянно сохранять такой хороший настрой, такое хорошее настроение и делиться им со своими зрителями. И у ребят это прекрасно получается, поэтому если вы хотите
познакомиться с очень хорошими ребятами и посмотреть на кругосветное путешествие, то обязательно загляните к ним на канал, посмотрите, и надеюсь, что вам он понравится, и вы подпишетесь. В общем, это были все мои фавориты этого апреля. В скором времени хочу вам показать покупки, которые я сделала в Куала-Лумпур. Надеюсь, что вам это будет интересно. И, как всегда, спасибо вам большое за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока! We'll be right back.